Была встреча, все, получается, давно уже не виделись со своих смен, кричали свои кричалки, танцевали свои танцы. И то есть это была последняя встреча всех детей, вожатых до следующего года, до следующих смен. Сегодня здесь проходило собрание всех селькеши, то есть детей, которые ездят в лагерь Селет, очень известный в Татарстане. Они собирались, встречали своих друзей, танцевали, пели песни и просто веселились все вместе.